Кандидат на пост президента України і лідер партії «Наші» Євген Мураєв в студії телеканалу АТВ. Я вітаю наших глядачів і вітаю нашого гостя. Пане Євгене, мої вітання. От давайте почнемо прямо з головного. Яка була мотивація вам прийняти рішення і піти в президенти? Ну, в першу чергу, відстояти свої цінності, принести свої ідеї, зробити їх популярними. Ну, звісно, я, як і всі громадяни України, хочу жити в успішній країні. Чтобы она развивалась, была абсолютно со всеми соседями на равных, и здесь жили мои дети. Поэтому я совершенно четко понимаю, что необходимо делать, и наши сторонники готовы взять на себя эту ответственность. От ви їхали на Сумщину, я завжди питаю кандидатів, як вони добирались на Сумщину. Якщо їхали дорогою, то от, чи можете ви сказати, чому у нас щовесни зникають дороги і як можна це змінити? Я думаю, що громадяни мене підтримують, дорог у нас немає, залишилися одні направлення і... Наверное, это одна из самых коррупционных отраслей в нашей стране. То есть каждый год у нас списываются огромные миллиарды на ямочные ремонты, а в результате каждый год приходится начинать все заново. Ну, тут несколько причин. Первое – это тотальное воровство, а второе – то, что дороги строились еще много лет назад, проектировались, и подушка, которая находится под основанием, да, она не рассчитана на ту большегрузную технику, которая сейчас используют и в сельском хозяйстве, и вообще логистические предприятия. Поэтому, конечно, нужно подходить правильно к ремонту. Это самое сложное инженерное сооружение. Ну и, естественно, надо требовать с власти, с тех, кто осваивает наши деньги. Да, я считаю, что сюда необходимо пустить в первую очередь дорожные компании, которые строят дороги в Европейском Союзе, для того, чтобы была конкуренция. Ну и спрашивать с нашего автодора, потому что второй год подряд, по заверениям кабинета министров и Гройсмана, на дороге выделяется рекордное количество денег по 40 миллиардов, только, я думаю, никто из нас этого не видит. Добробут кожної країни – це, по-перше, сильна економіка, яка ґрунтується саме от на промисловості. Яка програма ваша, як кандидата в президенти, стосовно от відродження власної промисловості? Нам нав'язують стереотип, що Україна – це аграрна сверхстрана. Ні одної аграрної сверхстрани в світі не існує. Сільське господарство в валовому внутрішньому продукті, який производить Сполучені Штати Америки, займає всього 4%. То есть наше будущее исключительно за новой индустриализацией. Мы должны производить товары с высокой добавочной стоимостью. Еще совершенно недавно, да, мы обладали полным циклом производства самолетов, ракет. На самом деле это всего одна из 9 стран в мире. У нас хватало и базы, и образования, и научно-технических разработок. Но нашим соседям, абсолютно всем, невыгодно, чтобы мы составляли конкуренцию. Поэтому на сегодня происходит деинсталляция абсолютно многих промышленных отраслей. Да, что на это повлияло? Несколько факторов. Первое. Договор об ассоциации с ЕС, который был подписан Украиной, он в первую очередь ограничил наш экспортный потенциал в разделе стандартов и квот. Да, многие наши товары не соответствуют стандартам, а те, которые соответствуют, ограничены квотами, да, то есть тем объемом, который мы можем поставлять на рынке Евросоюза. При этом мы открыли свой внутренний рынок, сняв все заградительные барьеры, пошлины, и сюда ринули товары, ну, мягко скажем, дешевые, да, европейские и не совсем качественные. Для того, чтобы мы это не проверяли, у нас уничтожили фитосанитарную службу, прочие инспекции, которые проверяли качество товаров. Поэтому все, что сейчас быстро выращивается, производится с нарушениями, у нас на рынках, и наши товаропроизводители не способны конкурировать с европейскими товаропроизводителями, в первую очередь по цене. Второе, что у нас произошло еще? У нас произошел конфликт на востоке нашей страны. Двухсторонние санкции лишили возможности наших товаропроизводителей поставлять продукцию на рынки стран СНГ, в первую очередь Российскую Федерацию. И это забрало у нас почти половину ВВП. Да, это такой показатель, который определяет объем товаров и услуг, которые производятся в нашей стране. Ну и, соответственно, это привело к уменьшению бюджета и к тому уровню жизни, который мы сейчас наблюдаем. Поэтому нам необходимо вылечить болезнь, да, понимая ее предпосылки и то, что к ней привело. Да. Нам нужно пересматривать договор об ассоциации с европейцами. Если они не согласятся, надо выходить из этого соглашения, тем более оно не гарантирует вступление в Европейский Союз. Нам нужно прекращать конфликт, возвращать привычные рынки, возвращать наших граждан на те предприятия, которые еще не успели разрушиться, они вырезали на металлолом и восстанавливают свой экономический потенциал. Плюс нужно возрождать инвестиционный климат, то есть вернуть доверие наших вкладчиков к банкам. Для этого нужно принять два моих законопроекта. Один, который на 100% гарантирует вклады наших граждан, а второй законопроект, который
страхует их от валютных рисков, да, чтобы Национальный банк как регулятор гарантировал нашим гражданам, что они на своих деньгах в банковской сфере будут зарабатывать, а не терять, как это было при Гонтаревой. Это вернет в экономику порядка 40 миллиардов долларов. И нужно провести законы, через которые прошли все европейские страны. Это закон об амнистии капитала. Да, недавно был скандал отмена закона о незаконном обогащении. Но он противоречил Конституции в плане того, что у нас есть презумпция невиновности. То есть не следователь придет и скажет, у тебя машина и дом. Причем к любому гражданину, не только к чиновнику. Скажи, где взял. Если не обоснуешь, заберут. А следователи будут доказывать, если ты живешь непосредственно, ну, с какого момента это должно начаться? С момента амнистии капитала. Только это не подарок нашим бизнесменам, да, которые в свое время не заплатили налоги, а соответствующие условия. Они либо на 3 года должны инвестировать деньги в государственные банки, чтобы государственные банки за счет этих средств кредитовали малый и средний бизнес, либо заплатить единоразовый налог от 5 до 10% в зависимости от суммы и обстоятельств, при которых эти налоги ранее были не уплачены. Через это прошла и Германия, и Италия, и многие другие страны Евросоюза. Вот после этого с чистого листа можно вводить закон, в том числе о незаконном обогащении. Это еще вернет 200 миллиардов в нашу страну. Таким образом, 240 миллиардов нам хватит, чтобы создать рабочие места и вернуть 9 миллионов наших граждан. Тех грамотных специалистов, в которых страна вкладывала, давая им бесплатное образование в школах, в вузах, вкладывала, уча работать на предприятиях. Да, ведь сегодня люди вынуждены зарабатывать на территории Европейского Союза, Российской Федерации, потому что в стране банально нет работы, и это не интересует нынешнее правительство и президента Порошенко. Да? У них совершенно другие задачи. А нам нужно думать о своем будущем, и вы абсолютно правильно сказали. Сила страны в силе экономики. Только тогда можно себе позволить и армию, и все остальное. Самое главное то, что мы сможем предложить миру. Да, и это не будут наше сырье и наши граждане. Если посмотреть структуру того, что мы поставляем в Европу, это, как правило, либо зерновые, да, ну, продукты сельского хозяйства, причем сырье, а не продукты переработанные. Потому что зерно мы можем поставлять, а вот муку уже нет. Потому что они думают о том, чтобы загружать их мельницы и давать работу их предприятиям. И металл, да, причем это либо лист, либо, ну, это не товарная продукция. Мы потеряли рынки, я имею в виду СНГ, куда мы поставляли, да, турбины, самолеты, приборы, машиностроение, да, продукцию нашу. На сегодняшний день все это для нас закрыто, и нам нужно конструктивно проводить переговоры, заканчивать конфликт, реинтегрировать Донбасс, поэтапно отменять санкции и возвращать себе привычные рынки. Ну, а давайте от поговоримо. Сьогодні всі кандидати, власне, говорять про те, що необхідний мир, необхідно повернути Донбас і Крим, але ніхто не показав, що, ну, скажімо, такої чіткої і, ну, працюючої, да, моделі. От як повернути мир? У мене є совершенно чіткое предложение, і чим ми, кстати, отличаємося від всіх остальних партій. Смотрите, очень многие люди говорят похожие вещи. А у нас под каждым программным пунктом есть закон, который я зарегистрировал в Верховном Совете. Их порядка 160. Это и законы, которые позволят достичь мира, и законы, которые поднимут нашу экономику, и законы, которые помогут повысить социальные стандарты до того уровня, чтобы наши граждане не уезжали и, самое главное, возвращались. Но как добиться мира? Да. Надо четко понимать, что произошло. На умовах Украины? Естественно. А вот, чтобы вы понимали, я исключительно стою на позициях нашей экономической свободы и нашей независимости. Те, кто тянут нас в Европейский Союз, на самом деле делают нас зависимыми. Потому что Украина по Конституции есть суверенное государство. Что такое суверенное? Это то, что мы самостоятельно решаем свои вопросы во внешней и во внутренней политике. Если мы становимся членом Евросоюза или НАТО, мы часть суверенитета передаем им. Они решают, да, какие у нас правила игры на территории. Але ми вже прийняли рішення про те, що в Конституції ми ці норми записуємо. Ні, ми, ну, Верховна Рада. 334 барана, які обманули всю Україну. У нас внешній вектор в стране определяється 18 статтею Конституції первым разделом. Но вносить в первый раздел Конституції можуть тільки граждане України на референдумі. Вони внесли змінення в преамбулу. Преамбула – это статья, да, это раздел Конституции, который говорит, когда, при каких исторических обстоятельствах и для чего принималась Конституция. Она не имеет обязательных каких-то последствий для страны. Ни одна страна Евросоюза и ни одна страна член НАТО
не меняли свою конституцию в угоду изменению политики или внешнему вектору, но все обязательно проводили референдум за вступление. Наша власть боится честно говорить с народом, поэтому референдум не проводит. Что нужно сделать, чтобы достичь мира? Нужно решить три важных вопроса. Первое. Я считаю, что есть несколько составляющих войны. Первое. Это геополитические интересы Соединенных Штатов и России. Обе страны, как два геополитических лидера в мире, стремятся Украину склонить на свою сторону, сделать либо частью НАТО, либо частью ОДКБ. Да, это блок коллективной безопасности Российской Федерации. Ни Штаты это не позволят, ни Россия это не позволит. У нас единственный вариант остаться внеблоковым нейтральным государством. И это на самом деле было условие нашей независимости после распада Советского Союза. Народные депутаты проголосовали это в декларации о суверенитете, которая стала как раз предпосылкой для того, чтобы мы эту независимость обрели. Мы огромная сильная страна. Если мы кого-то усиляем, мы значительно меняем геополитический баланс. Поэтому, когда мы дрейфуем в сторону России, у нас Майданы. Дрейфуем в сторону НАТО, у нас происходит конфликт на востоке страны. Почему? Конфликт на востоке страны поддерживает наш северный сосед по одной простой причине. Страну с конфликтом на ее территории в НАТО не берут. Чем дольше мы будем стремиться в НАТО, вернее, ровно столько же, сколько будем стремиться, мира на востоке не будет. Это предохранитель от нашего вступления в Североатлантический альянс. Поэтому нужно на референдуме решить, что мы внеблоковое нейтральное государство. И тогда все наши соседи поймут, что мы не пешка в их игре. И что мы не изменим баланс и не присоединимся к кому-то. Мы должны строить независимое государство. Все это декларируют, но все нас почему-то хотят сдать кому-то под протекторат. Такое чувство, что у всех наших политиков комплекс младшего брата, ему нужен какой-то опекун. Мы построим сами свою сильную страну. Второе. Нужно убрать внутреннюю составляющую конфликта. После Майдана власть начала культурную войну. Начала навязывать свои идеалы, своих героев, пересматривать историю. Наступать на права и свободы национальных меньшинств, отменила закон, абсолютно не работающий, да, о статусе русского языка Колесниченко-Кивалова, но тем не менее тогда Донбасс воспринял это как наступление на их права и свободы. Потом, смотрите, да, нам навязывают, каким праздником быть, какая церковь правильная, а этого быть не должно. Я считаю, что мы этот вопрос должны забрать у политиков раз и навсегда и отдать решение этого вопроса на уровень местных громад. Для этого я зарегистрировал и проработал, исходя из швейцарского и мирового опыта народовластия, да, закон о референдумах. И этот закон позволяет будет решать людям, как называются их города, по каким улицам ходить, да, какие праздники праздновать, каким памятником быть. Все, что хочет громада. И сколько может быть наряду с государственным региональным языком? 1, 2, 3, 4 — это на усмотрение людей, которые живут на этой территории. Если этот закон будет принят, если мы отдадим в рамках культурной децентрализации права регионам определять, да, свою жизнь, то никто другой больше навязывать ничего не сможет. Третий вопрос. Вопрос примирения. Он лежит в плоскости, во-первых, сама методика, да, Минских соглашений. Там все хорошо, кроме одного пункта. Да, это особый статус Донбасса. Он вызывает у всех сомнения. У меня тоже вызывает, но я сейчас скажу, в какой части. Я против того, чтобы особый статус имел какой-то конкретный регион. Я считаю, что особый статус должен быть у каждого региона в рамках большой децентрализации. Я считаю, что в центре Украины должна остаться армия, Министерство иностранных дел, Национальный банк Украины, чтобы контролировать финансовую систему, и госмонополии. Все остальное, доходы и расходы, надо отдать регионам. В том числе и культурную политику. Что подразумевает особый статус Минские соглашения? Они хотят избираемую власть на местах. Уверен, что вы тоже хотите. Они хотят муниципальную... Что такое избираемая власть? Мы голосуем за депутатов, а потом почему-то любой президент присылает нам главу областной администрации из Донецка. Или там главу районной администрации из Винницы. Да? А зачем нам это надо? Мы выбрали нужно депутатов, своих. Пускай формируют исполкомы. Они хотят, и мы хотим. Я такой особый статус хочу. Они хотят муниципальную милицию. И я хочу, чтобы милиция не была заложником министра, который занимает политическую должность и представляет по квоте в коалиционном правительстве какую-то политическую партию, которая имеет обязательства перед какой-то узкой, да, электоральной группой наших граждан. Да, ну там, допустим,
Вспомните, когда захватывали администрации, валили памятники, да, милиция охраняла так называемых активистов. И, по сути, сейчас активисты, те же тетушки в моем понятии, да, только этой власти, они находятся вне закона. Если бы милиция подчинялась мэру, здесь бы никто не рассказывал вам, как жить, все жили бы по закону. Потому что еще один наш закон позволяет гражданам отзывать и депутатов, и мэра, если он не выполнил программу, или если не оправдал ожидания. Третье, они хотят выборных судей. И я хочу. Потому что сейчас судей назначает президент и снимает. То есть не выполнил по звонку, да, решение, он взял, уволил судью. Если судью будут избирать люди, судьи будут подотчетны нам, а не президентам там, или премьер-министрам. То есть вот это сделает сбалансированным институты власти и не позволит больше нашей стране попадать в перекосы в угоду чьей-то идеологии, да, кто ситуативно победил на выборах. И третий вопрос, вопрос амнистии. Да, он тоже очень сложный для всех. Но есть мировая практика. То есть, да, суду должны быть преданы в первую очередь те, кто развязал этот конфликт, те, кто делал все, чтобы он разгорался. Да, мы помним, как сдали Крым на самом деле без единого выстрела, как захватил Славянск стрелков, а потом он пешком его выпустили, чтобы он захватил Донецк, да, и там разожглись эти события, которые привели к военному противостоянию. Должны быть наказаны те, кто это допустил, и должны быть наказаны, кто нарушал Женевскую конвенцию и совершал преступления против мирного населения. Мародерил, насиловал, грабил, посылал там новой почтой ограды, холодильники, телевизоры и все к себе по домам. Вот эти должны сидеть. Всех остальных необходимо амнистировать и запретить разговаривать на эту тему в ближайшие 20 лет. Не сложат они оружие по звонку из Кремля. У кого-то погиб брат, мать, ребенок, и кто-то воюет за свои идеалы. И здесь надо понимать, что это все равно поиск компромисса. Вот если мы выполним три этих пункта, будет мир. Под каждый из пунктов у нас есть закон. Я считаю, что необходимо вести переговоры в формате Украина, представители неподконтрольных территорий, Штаты и Россия, которые выясняют свои отношения нашими руками на нашей территории. Вот это будет честно, и это будет быстро. После этого сразу экономические вопросы, возврат людей, да, принятие тех законов, которые мы говорили в предыдущем блоке, и мы за 2 года, 2-3 восстановим наш потенциал. Буквально хвилина до кінця ефіру. Хочу запитати вашу думку про хід виборчої кампанії. Наскільки рівні всі кандидати у своїх можливостях, правах донести свої позиції, свою програму? Безпрецедентний адмінресурс. Представители власті і Порошенко розуміють, що прийдеться відповідати от розстрілів на Майдані, Одеси 2 мая, событий в Іловайську, Дебальцево, Маріуполі. За все, да, що було зв'язано з масовою гибелью людей. До той масштабной коррупции, которую мы сейчас наблюдаем, в том числе и в Укроборонпроме. Для нас это боль, да? Дети простых украинцев сидят на передовой. Они на войне зарабатывают деньги, поэтому они включаются и силовым аппаратом, СБУ, прокуратура. Беспрецедентно давят теми же активистами. Я знаю, нам уже анонсировали, что нам будут срывать сегодня встречу с сумчанами. Но ничего, будем противостоять этому процессу. Они давят для того, чтобы сохраниться. Иначе они понимают, что они все окажутся на скамье подсудимых, и убежать им не удастся, потому что за военные преступления, в первую очередь, отдают без исключения все страны в мире. Ну и еще одно запитание, також дуже коротке. Наскільки складно сьогодні людині проголосувати за опозиційного політика, щоб не отримати тавро зрадник, ватник, сепар и так далее? Дорогие друзья, я вот смотрите, выступаю, наверное, с самой, ну, мне не нравится слово националистической, да, потому что это слово уже полностью извращено событиями последних лет, проукраинской политикой. Я считаю, что Украина должна быть независимой. Любой курс к одному из наших соседей делает нас слабее, делает нас людьми второго сорта в глазах тех, к кому мы примкнули. И я считаю, что люди должны голосовать не за политиков, они должны голосовать за идеи, за рецепты, за путь выхода из сложившейся ситуации. И тогда, поверьте, если мы будем голосовать разумом, а не как нас там призывали, сердцем, душой, еще какой-то точкой, да, тогда мы на самом деле все в наших руках. И у нас очень умные люди, у нас классное географическое положение, еще осталась инфраструктура, которая может сделать Украину сильной. Самое главное — люди. Дуже дякую вам за нашу розмову. Я нагадаю, сьогодні Євген Мураєв, кандидат на посаду президента України, був в ефірі телеканалу АТВ.